Приветствую всех, друзья мои. Короче, новый сезон у меня начался. Сейчас покажу, как перезимовала дорожка. Дорожка перезимовала хорошо. Так что теперь я вольный казах почти. Думаю, вот может быть что-нибудь, какой-нибудь с моторчиком что-нибудь приобрести уже дальше, чем свой дом выходить. Что-то уже я решаюсь на это. Ну ладненько, сейчас дорожку покажу, какая она после зимы. Ну вот, дорожка здесь вот так вот. Все хорошо. Сейчас туда дальше проеду. Ну и здесь она отлично. Сейчас маленько еще подсохнет, буду потеплеет, и уже на улицу буду выезжать. Ну, а пока так, во дворе катаемся. Да, с моторчиком тележку неплохо бы заиметь.